Всем привет! Сегодня мы с вами определим коэффициент трансформации, научимся его рассчитывать. Вот этот трансформатор будет использоваться, и еще нам необходим вольтметр. В данном случае у нас на трансформаторе используется первичная обмотка и вторичная обмотка. Подключаемся вольтметром к первичной обмотке и подаем, в данном случае я сейчас подам 220 вольт на трансформатор. Напряжение переменное подано на первичную обмотку, в данном случае 224-223 вольта. Запоминаем это напряжение. Теперь меряем напряжение на вторичной обмотке. В данном случае оно сейчас 9,59. Запоминаем и это напряжение, это значение. Ну все, теперь делим напряжение на первичной обмотке и напряжение на вторичной обмотке. И наш результат, это и будет коэффициент трансформации. Ну и следует, конечно, запомнить, что если коэффициент трансформации у нас больше единицы, то это у нас понижающий трансформатор. Если коэффициент трансформации меньше единицы, то это повышающий трансформатор. В данном случае это понижающий трансформатор.